Ты будешь смеяться, но настроение более или менее нормальное. И сейчас, конечно, горячая пора такая наступает. И я еще раз хочу сказать, что я многократно говорю, я противник горячих пор. Я противник какой-либо вообще оголтелости, какого-то насыщенного графика. Я, как я уже неоднократно говорил, являюсь сторонником истины, сути вещей, а следовательно, чем бы это ни было, это в итоге, понимаешь, что здесь важно принципиально. Принципиально важна аристократичность мышления, которую нельзя терять. Аристократичность мышления может быть только в спокойствии, только в размеренном образе жизни и только тогда, когда ты сам себе устанавливаешь график, как тогда ты свободен, одним словом. Вот видишь, какие-то здесь идут искажения перспективы. Вот когда ближе к этому вагончику, то кажется, что он совершенно по-другому расположен, вот этот вот. Это на самом деле этот самый прицеп от фуры. Просто то же самое я наблюдаю в Майнкрафте. В Майнкрафте это, конечно, немножко утрированы вот эти изменения перспективы в зависимости от угла зрения. Но вот здесь можно это наблюдать на зуме. Ну, поэтому что же делать? Вот я тут вижу, грузится. Я прям тут, поэтому тут стою, потому что если я вот зайду на личную аллею, то там уже ничего ловить не будет. Вот у меня граница интернета вот буквально вот за тем деревом. И дальше уже все. Ну вот поэтому, ну, еще раз говорю, что у каждого свои первоначальные, ну, как бы, как называется, первоначальные точки отсчета. Каждый из нас родился в каких-то своих собственных условиях, и это произошло до момента, как мы стали мыслить, до момента, как мы решили что-то начать там изменять, начать какую-то деятельность. Мы живем, каждый из нас, в какой-то определенной данности. И обвинять друг друга в этой определенной данности, это совершенно, в общем, ну, так скажем, ни к чему. Я про что говорю? Я говорю про обвинение в свой адрес какие-то в моей, как кому-то может показаться, свободной жизни. У меня свои точки отсчета, свои предпосылки, свои причины и своя работа. И кроме всего прочего, опять же, как я это уже многократно делал, и опять хочу это сделать, хочу напомнить про то, что на дворе 21 век, подчеркиваю, не 20-й, а 21-й. Это и в 20-м-то веке уже было, в общем-то, понятно. Понятно было, что человек звучит гордо, как сказал один деятель. Кстати говоря, на мой взгляд, прекрасный писатель. «Жизнь Клима Самгина» я у него прочитал полностью, и я оттуда вынес следующую пользу. Значит, словосочетание «половое любопытство», которое полностью исчерпывает всю мою сексуальную проблему, если это назвать проблемой. Это вот у Горького сказано «половое любопытство». У него же вроде бы сказано, человек звучит гордо. Ну, по нынешним временам я считаю, что человек звучит стыдно, но тем не менее. Блин, опять кто-то идет, вашу мать. А, это оттуда. Да, это вот там кто-то колотит, что-то. Звук доносится. Они все гуляют с собаками, но, правда, собаки обычно на... Эти хозяйские собаки на таком вольном выгуле, они обычно никому не вяжутся. А, тут еще и вороны, вашу твою мать. Да. Представляю, как мне было бы страшно на необитаемом острове. Хотя, может быть, я бы потом
попривык. Так, в общем, сейчас загрузится, и я пойду, зайду на свою личную аллею, там похожу. И я не знаю, на какой носитель, на эту камеру поснимаю, потому что здесь видео легче по весу.